Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Натурам пока не думали, будут такие концерты пока. То есть будет меньше концертов. Но качественнее. Что за кадром? Ну вот за кадром Мияги. Или там за кадром. Там за кадром кот что-то делает. Со скриптонитом. Со скриптонитом будут фиты. Обязательно. Это я вам раскрыл один секретик такой небольшой. Но с Адилем будет очень мощное что-то. Тоже, надеюсь, в ближайшее время обрадуем. God bless, God bless. Привет. О англоязычном альбоме, конечно, думали. Харизма – это лучшее, что я видел. Очень, очень рад, что вы правильно поняли фильм, он правильно повлиял на вас, и это очень круто. То, что мы хотели передать, вы это правильно поняли, и это самое важное. Спасибо, спасибо, друзья. Продуктивность зашкаливает. Ну, мы не просто так все это время сидели, сложа руки, скажем так. Мы работали очень много. Да, с Адилем будет очень мощно. С Адилем будет прям пушка. Салам, салам всем. Нет, сольников пока не будет. Не думали пока. У нас совместных работ очень много, над которыми надо еще работать. Завтра выезжаем в Ростов. Послезавтра будем в Гуково на саундчеке. Ну и уже 18-го выступаем с Дигой. Да, с Дигой будут фиты, конечно, я же говорил. Огонь. Вера, не знаю, когда будет доступна, это вам нужно спрашивать у Ромы. Мы сами ждем релиза, не знаем, когда он собирается сливать альбом. Как добьет, видимо, так и будет. Мы сами ждем с кайфом. Со скрипи пока не буду точно говорить, когда будет, но надеюсь, в ближайшее время. Тату-салон посоветовать не смогу. Смогу посоветовать человека, который меня забивал несколько раз до смерти. Можете посмотреть, у меня я подписан на, сейчас точно как вам, я напишу сейчас, а я не напишу, не получается, а нет, напишу, сейчас, тату-салон, так, не могу написать, Гришаня меня забивал,
Питере парень. Работает очень качественно, очень хорошо. Мерч планируем в ближайшее время, конечно, этим заняться. Просто почему не занимались, хотелось качественного мерча. Ну, то есть, если не было возможности делать качественно, то в ближайшее время появится и обязательно удивим. Мерч — это очень важная деталь в творчестве тоже. Было бы круто фиты с Блэкстарами. Но не знаю. Как относишься к мамбл рэпу? А что такое мамбл рэп? Я не шарю, научите меня. Энди, привет, 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 Украина. Привет всем вообще, кто с нами сегодня здесь в прямом эфире. Теплый салам. Только не Крид. Не, ребята, я просто не слушаю такую музыку, поэтому говорю, не поймите неправильно. Всех уважаю, все молодцы, но музыка... То есть о вкусах не спорят, скажем так. Очки для зрения? Нет, очки вот для... Для красоты. Еще на улице жарко, солнце, поэтому очки. Туманио, когда концерт в Астрахани? Санек, это тебя надо спрашивать. Когда ты родину раскачаешь свою? Кстати, еще раз напомню, сегодня очень мощный тречок выйдет, на котором присутствует Туманио. Раскачайтесь по полной, он заставит вас потрясти своим туловищем. Фильм шикарный. Спасибо большое. Кади, да, Кади у нас на лейбле. Кади есть лейбл вообще. Фильм снимали недолго, скорее больше времени уходило на монтаж, на досъемы. За Конора или за Хабиба? Ну, вы его тоже спрашиваете. Такой вопрос, как за кого? Конечно, за Хабиба, вы что? Это же... Наш земляк, можно сказать. Хабиб One Love. Don't cry. Спасибо за новый альбом. Не за что, друзья. Вам спасибо за то, что цените. Туры не планируем еще раз. В Астрахань только если Саньком. А ты тамада? Да, я тамада. Да, Денсап новый трек. Уже, возможно, кто-то его посливал в эти ВКонтакты, потому что он уже появился на площадке раньше у кого-то. Поэтому утечки происходят. А так официально в ближайшее время услышите. Да, вот насчет ника как раз. Я уже говорил не раз об этом. Я его сменил только в целях, ну, для того, чтобы легче было воспринимать его. То есть я хотел всегда ник на английском. Да и хочется экспериментов каких-то. Надеюсь, вы правильно поймете. Когда я читаю комментарии, типа вот а-ля Эндшпиля нет с нами, мне хочется всплакнуть, если честно. Как нет с вами? Это же я тот же человек, вы прикалываетесь. Просто поменял никнейм и теперь буду делать
то же самое, только с другим псевдонимом. Ничего не поменялось, я все тот же, с теми же мыслями, с тем же напалмом. Так что не переживайте, друзья. И Эндшпиль никуда не ушел, он с нами. Просто когда читаешь комментарии, кажется, что типа Эндшпиль и Энди Панда два разных человека. Мияги вот немного по делам отлучился. Бишкеку салам тоже. Тепло в Бишкеке, хорошо. Очень. Мне понравилось. Дела хорошо. Так, может, совместный эфир с кем-нибудь замутить. Так, кто здесь есть? Кто здесь есть? Так, сейчас, секундочку, найдем кого-нибудь. Отрасти волосы и побрейся. Будет необычно. На самом деле. Так, ожидаем. Что-то опять никто не подключается ко мне. Отклонили приглашение. Как это неприятно. Это потому, что я черный. В принципе, если бы я увидел, что ко мне хочет подключиться такой чел, я бы тоже его не подключил. Так, попытка номер два. Жан-Мсол. Как это переводится? Это же татарский. Жан-Мсол. Что-то знакомое. Песня «Чилим» откуда появилась? Она же неофициальная. Давно, да, появилась как-то. И... О, привет! Привет! Йоу-йоу-йоу, как дела? Хорошо, все у тебя как? Ничего, тоже нормально, спасибо. Рассказывай, откуда, чем дышишь, чем занимаешься. Из Кемерово. Кемерово? Ничего да. себе. Ну, привет, в Кемерово летит. Чем занимаешься? В общем или на данный момент? Как? Что-то ты пропадаешь. В общем или на данный момент? Ну, в общем, да. Работаешь, учишься. Учусь. Угу. Не надо вытягивать, да, все из тебя? Что-то ты какая-то этот, загадочная девушка. А, ну, понятно, ладно. Я еще что-то хотел спросить. Как тебе документальный фильм? Понравился, смотрела? Да, понравился. Да? Угу. Ну, скажи же, такого в наше время мало очень. Ну, такого есть такое. Проникновенного, да. Ну, то есть, угу. Ну, очень много в последнее время, на самом деле, творчества такого, скажем, типа... грязного какого-то, неприятного. Нужно стараться делать этот мир чище. Все такое. Ну, вы сами знаете. Вы же, если вы слушаете нас, то вы все правильно делаете. Не то чтобы, можете слушать, конечно, еще кого-нибудь, но лучше только нас. Такие дела. Ну, ладно, приятно познакомиться. Как тебя звали? Аня. Аня, очень приятно, Сослан. Увидимся, приятно было пообщаться. Давай, пока. Спасибо. Давай.
Обожаю, когда со мной в прямых эфирах вот так вот разговаривают, вот так вот. Типа, ну, привет. Давайте я тоже так буду общаться. Нормальная же тема. Ну, так сейчас буду общаться со всеми. Это какой-то прикол, да, типа вот, ну, я такая загадочная, у меня только пол лица, остального пол лица нету, типа. Так, поехали дальше. Все, я буду только так базарить со всеми. Поехали. Ожидание Яникс СС. СС. Добавь. Все, никого не добавлю, кроме вот Яникс СС. Салам, брат. Что-то тебя вообще не слышно. Что-то голос не слышу твой. Всем приветы. Пацаны думают, это что за тип вообще, с кем он базарит, да? Они меня не знают, братан. Тебя, короче, не слышно, брат. Ты меня сам слышишь? Ладно. Не слышно. Какой-то ты неинтересный пассажир. Вот так опять начнем сейчас двигаться. Кто следующий у нас? Ну, почему такие проблемы бывают с этими, с подключениями, с эфирами? Так, кто у нас тут есть? Кто у нас тут есть? Кому сейчас повезет? Точнее, мне сейчас повезет с кем-то пообщаться. Джамбо. Подключение пошло. Шалом. Лис, привет. О, привет. Здравствуйте. Как дела? Отлично. Блин. Нифига себе, я первый раз вижу, чтобы девушка разговаривала и снимала себя полностью. Я вот так буду разговаривать с тобой. Это стиль. Я не стесняюсь. Да не стесняйся, все нормально. Если бы ты стеснялась, ты бы вот так со мной разговаривала. На пол лица. Это я стесняюсь. Как дела? Как тебя зовут? Откуда ты? Рассказывай. Я из Ногинска, зовут Настя. Ногинск. Вчера несколько раз пересмотрела ваш фильм. Очень понравился. Серьезно? Спасибо, да. Большое, очень приятно. Как тебе фильм? Понравился? Очень-очень понравился. Несколько раз пересматривала. Да? А вот что-то меня хейтят последнее время за то, что я записал Кокон и Хасл. Тебе понравилось? Мне прям очень понравилось. Да, согласись, что это же необычно, а то что-то как-то этот... Ну ладно, что я так базарю? Что-то я вошел. Мне тоже понравилось, не знаю, типа этот. Это, наверное, такая реакция, типа, знаешь, вот, ну я же все время делал абсолютно другое. А тут, короче, типа, вот, держите. Так что такие дела. И что, чем занимаешься? Я, ну, сейчас у подруги, а так учусь. Ага, подруге привет передавай. А учишься на кого? Она очень ждала твоего привета. Серьезно? Да, мы тебе писали. Она меня тут уже убивать хотела. Что, она спряталась, что ли? Да. Ну, покажи хотя бы пол лица ее, вот. Вот так пообщаемся с ними. Да? Ну ладно, понятно. Блин. Вон Тифест пишет. Тифест пишет. Не видишь ты? Настя, оставь. Нет. Волосы, они в порядке. Что происходит, да? Это лучший день. У вас так жарко там, типа, этот? Нет, мне тебе... просто жарко от всего этого. Да ладно, завязывай. Что ты? Нормально же общались. Мой голос. Чё? Мне стыдно за свой голос. У меня голос пропал. О, да ладно, чё ты. Нормально. Блин, голос. Я добилась. Бедная Настя. Мияги пишет, бедная Настя. Блин. Всё, засмущали Настю. Да, засмущали. Блин. Блин, Настя, ну хорошо, приятно познакомиться. Можешь, пожалуйста, скажу одну вещь? Пожалуйста, не отключай. Какую? Давай. Короче,
благодаря вашей песне Got Love, просто вот в Ногинске, в моем городе, все, кто ее слышит, Got Love, всегда вспоминают меня, потому что у меня было очень много видео с этой песней, и это самая любимая моя песня. Нифига себе. Так что вот такие вот дела. Я понял. Это ты хотела просто об этом сказать, или мне надо было что-то сказать? Я что-то потерял. Самая любимая песня — это ваша меня. Все, спасибо большое. Очень приятно. Алло, алло. Да. Что-то меня... Я пропал, что ли? Видно меня? Хорошо. Да, видно? А я что-то... У меня черный экран. Ладно, пока. Спасибо тебе. Будем на связи. Так, друзья, у меня начинаются какие-то звонки. Я сейчас выйду. И, наверное, возможно, больше не зайду. Но я был рад вас всех видеть. Спасибо большое всем, кто присутствовал в прямом эфире. Мы вышли в топ эфиров. Вообще мы...